Только не... Да ладно? Крепость. Там две крепости, а нет, игру. О, да ну тебя нафиг, это просто невозможно. Погоди, а мне кажется, или прямо сейчас, если я буду делать вот так... Мы выйдем из бутылки. Еще... Да на... Это невозможно. Мы сломали бедрок в Майнкрафте. Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Йолу-ложка, и добро пожаловать в прохождение Майнкрафта, но максимально необычное. И это необычное прохождение будет с Флэг Джикеем. Привет, Флэг Джикей. Чё, как дела? Привет, привет. На самом деле, ассаламу алейкум. What's up, boys and girls? Это было офигенно. Привет, Джонни. Ну что, ребята, как всегда сегодня Майнкрафт, но... Но... Сегодня мы будем спавнить структуры каждую минуту. Все правильно. Как вы понимаете, прямо сейчас мы в Майнкрафте. Здесь лес, здесь деревня. Но теперь представьте то, что гуляя по миру, каждую минуту будет спавниться сразу куча структур. Смотри, Олд вырос. Теперь он взрослый. Старый подписчик. Давай не будем медлить, потому что подписчики уже заждались. И, как говорится, ехало! Структуры каждую минуту челлендж начался. Как ты понимаешь, этот челлендж будет с каждым разом все больше расти, расти и расти. И, по идее, с каждым разом у нас структур будет все больше и больше. Знаешь, я пока даже малейшего представления не имею, потому что, может быть, сразу ли крепость? Огромная такая. Крепость? Сразу дракон, знаешь. Просто на тебе дракон появляется, и пофиг, что это не структура. Спидран. Так, не делай верстак. Классика. О, два, один, только не верстак. Вау, это неплохо, скажу я тебе, потому что заспавнилась еще одна деревня. Слушай, а архитектор-то это, руки переломал... Пердусмотрел все это, ты посмотри, нам реально в ад-то придется пойти. А хрен ли он такой огромный? Погоди, а тут сундук же должен заспавниться, да? Подожди, 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 мне... Помимо этого, кажется, что-то другое еще выросло. Это вот не вот эта штука? Так да, я и говорю, деревня еще заспавнилась. Продолжение деревни. Стоп! Так это кузница! Это кузница и кузнец! Железный топор, изумруд. Так, пожалуйста, дайте мне немножечко изумрудиков. Я первый. Блин. Стоп, я же взял! Это пинг! Блин, да я... Как-то я хреново тебя закрыл. Ой, что? Уже так быстро? Нет, стойте! Ну, еще одну. Погоди-ка. Стоп, стоп! Спидран по Майнкрафту, поехали! Это же крепость! Вон, я вижу портал! Слушай, ну мне кажется, то, что нам очень-очень сильно повезло. При этом мы не можем даже пройти Майнкрафт. Вообще, по идее, в эту крепость все-таки можно сходить и сундуки полутать. Хотя, мне кажется, все-таки да, перекроем. Да, закрыть, да. Блин, обидно, обидно. Да, ну нафиг. Деревня? Знаешь, почему деревня постоянно спавнится? Потому что с тобой носатый жить. С анекдотов, значит, пошли, да? Ну, тогда у меня тоже есть анекдот. О, давай ты анекдот. Давай теперь челлендж не засмеяться. Доктор, мы его теряем. Чур, кроссовки мне. Играл я как-то с дедом в шахматы, дед коней двинул. Диспетчер, диспетчер, это... Блин, подожди, я вспомнил эту черту. Ой, а, не блин, время вспоминать. Не время для анекдотов, что? Мне кажется, или... Мне кажется, или бастион заспавнился, дружище. А где он? А вот здесь, посмотри внимательно. Я за элитрами, я за элитрами, я за элитрами. Меня сейчас эти... Как их зовут? Убьют? Вот эти самые. Так, о-оу. О, черт возьми, да ну тебя нафиг. Я только поднимался. Нет! Я поэтому, как самый гениальный гений, решил подняться по земле где-то сбоку. Но мне кажется, мы немного поторопились. Надо сначала нарубить немного дерева, добыть земли и потом подниматься. Да, пройти Майнкрафт еще отдельно. О, боже! Пляха. Ой, я погиб, походу. Да ё-моё! О, я вижу золото! Слушай, мы же можем... Не можем.
не можем добыть. Подожди, но сейчас реально у нас руинится все просто. Нам нужно найти более безопасное место, чтобы какая-то нормальная структура заспавнилась. Это ужас какой-то. Сначала мне это очень нравилось. Сейчас мне что-то это не совсем нравится. Это пипец, туда не пробраться. Ты просто посмотри со стороны, какой ужас. Админ просто баловался такой. Так, да. Тут. Вот так, нам вот бы туда, нам бы туда, нам бы туда и туда. Вообще везде надо побывать, но туда невозможно пройти, потому что там эти дураки накладывают утомление. А, и пугают. И пугают, страшно. Пойдем отсюда. Хорошо, что хоть крафтить можно, пока у тебя это дурацкое утомление. И коров убивать. Поехали. Кирочку сделаем. Понятно. Крепость, здрасте. What's up? Подожди, по идее же в крепости есть глаза эндерменов, правильно, в сундуках? Очень редко. И не глаза, а эндерперлы. Есть ли шанс, что у нас сразу будет активированный портал? Есть, но он там один на триллионы. О, сундук. Ну-ка, что здесь? Эндерперла, кстати! Только заговорили, хорош! Я все равно предлагаю отправиться в ад, потому что нам как-то нужно эндерменов убить, а это только либо торговля, либо лес. Давай. Поэтому давай, набираем воду, ищем источник лавы и let's go. Нет, стой! Стой! Только не... Дала? Крепость. Там две крепости, Аня, ты... О, да ну тебя нафиг, это просто невозможно! Как это, же много это крепостей! Это новый биом в Майнкрафте, крепости! Да... О, вот, кстати, и лава. Три железа делаем ведром, воду забираем, которая поблизости. И вот это реально спидран. Поехали. Та-дам! Портал в ад и бастион. Нормально. Все, у меня как раз огненный заряд. Поехали. О, 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 сундук, сундук, сундук. Еда, еда, еда. Там золото, золото будет. Где, 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 где? Нету никакого золота. А, я понял, на нас сейчас утомление наложит. Бежим отсюда быстрее. Быстрее валим. У тебя что, деревянная кирка? Дрыван. О, боже мой. Выживаем, блин. Самое опасное, знаешь что? Когда мы найдем крепость, ту самую, фортресс. Главное, чтобы она не сломалась. Да, точно. Опа, три, два, один, и это... по-моему, пирамида. О, нашли бастион в аду. Let's go. Прямо у портала. Вот нам повезло, конечно. Подожди, а тут будут эти брутальные... Нет. Тут обычные! Мы, по-моему, сможем просто забрать эту штуку. Ну, в центре, самом низу, которая. Золото? Да! Ох, надеюсь, получится. Проблема в том, что это тот бастион, где золото заспавнилось прямо в структуре. Так, ну я нашел еще немного обсидиана. У меня три обсидиана с собой. Хорош. А, блин, кирка поломалась. А что? Нет, 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 стой, стой, стой! Я только сюда пришел! Железо! Кайф! Изумрудики! Еще железо! Так, в итоге у меня 7 штуковин. У меня тут деревня заспавнилась, но, по-моему, без кузницы, да, просто без кузницы. Слушай, ну у меня 7 железа, мы можем 2 железные кирки сделать, ты понимаешь? Давай, 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 давай. Оп! Давай, давай, оп! Давай, давай, оп! Давай, давай, двигай телом, отдыхай. Фортресс! Да ну! А где ты? Вообще чуть-чуть от портала ушел. Ой-ой, подальше немного. А, помогите, помогите кто-нибудь. Я не хочу умирать так тупо. А не тупо хочу. Ты посмотри, что заспавнилось. Мы на этот раз можем подняться. На этот раз нет утомления. Надеюсь, что... Что там? Аккуратно? Хорошо, хоть сундуки. О, нифига себе. Куча блейзов, куча скелетов и сушителей. Но нам лучше сначала наверх, пока ничего другого не заспавнилось. Блин, они очень сильно бьют, я тебе скажу. Нет, 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 только не говно, что-нибудь маленькое. А, что, серьезно, то же самое? Ну, слушай. Повезло. Я даже не против, два сундука в одном месте будет. Слушай, а что они бьют-то? Как они бьют? Они очень сильно пробивают. Подожди, есть железо? Железа нет, одно осталось. Сделай щит. Щит? Слушай, гениально, но у меня дерева нет. Я дам, 5 штук. Ой, тут еще что-то заспавнилось, боже ж ты мой. Ты поторопись, у нас сейчас котлет. У нас сейчас обед, с макарошками. Нет. С пирожкой. У тебя еда есть, пожалуйста, скажи, что есть, потому что у меня хлеб заканчивается. Серьезно? А, у меня есть золотое яблоко, пшеница, где? Иду. Он прям в блоках, он прям... А, вижу. Еще немножко железа, немного золота. Ну, блин, у меня фигня какая-то попалась. Опа, защита 4. Ема, защита 4. И мы до бедрока, кстати, дошли. А, лол. Стоп. Это не те сундуки. Мы два сундука, да. А, третий. Где? О, алмазный шлем. Поехали, алмазная кирка. Блин, шелковое касание, дурацкое, серьезно. У меня 12 железа. Так, у меня 5 железа. Можешь себе броню скрафтить, вот, держи. А, верстак. А, верстак, выстрел. Ладно. Как и просили. Как ты это сделал?
Но я уверен, что здесь есть еще сундуки. А, хотя стоп. Это корабль. Погоди, а мне кажется, или прямо сейчас, если я буду делать вот так. Мы выйдем из бутрока. Потом вот так. И еще. Это невозможно. Мы сломали бедрок в Майнкрафте. Ой, так я и назову это видео. Ой-ой-ой, погоди, слушай, у нас проблема. Хотя не проблема, давай еще выше, еще. Какого черта происходит? Ё-моё. Мы, кстати, реально впервые за бедрок вышли вот так. Еще и бастион. Ой, понятно. Опа. Вот и крепость. Еще над бедроком, все, это имба. Это лучший ролик, ребят, тут реально, вот я лайки поставлю с 4 аккаунтов. Вам советую сделать то же самое. Здравствуйте, друзья мои, ну что, поторгуемся? Есть какая-то огнеупоротость? Огнеупоротость? Сейчас посмотрю. Нету огнеупоротости. Да, у нас проблемы. Ну так может расскажешь, какая? Тебе мягко сказать или прямо? Давай со словом пи... Меня... Еще одна крепость! Еще одна. Но я тебе скажу так. Я вижу огроменное. Вот прям слово. Вот опять можно помягче? Помягче можно. Очень много золота. Я тебе скажу. Раз. Короче, где-то, наверное, штук 12. О, что? Ебать, чувак, ты... Ты охренеешь. Алмазная кирка, удача 2, эффективность 3. Это просто невероятно. Алмазный нагрудник на шипы 1 и защита 3. Прочность 3, невесомость 4 на алмазных ботинках. Алмазная лопата, прочность 3, эффективность 4. Чё? Где я был, когда это спавнился? Я вот не понимаю просто. Офигеть, мне фартануло. Так, погоди, я тебе вот могу это... сказать так. Мы, скорее всего, пройдем Майнкрафт в аду. Прямо сейчас. Вот мы сможем сделать это впервые. Мне тоже так кажется, реально. Я тоже об этом подумал, когда мы зашли в ад. О, я вижу тебя, Джонни. А ты где? Да вон, ну вот летаю я. А, ты в крепости ходишь. Джонни! Джонни, здорово! Чё тут, фармишь, да? Ой, как у тебя тут все удобно, кстати. Вот жалко, что у меня меча нет. Слушай, тебе нужна алмазная кирка? Мне нужна алмазная хп. Вот, держи, алмазная кирка. Сейчас. Чё, летаем? ЧСВ просто мне наверх тянет. Эй, да хватит раздувать свое эго, Джонни! Утихомирь свое эго! А теперь поехали! Палочки, давай! Как можно больше фармим, золотое яблоко кушаем! Работаем! 5 палочек! 5, а у меня 0, 5. Все, у нас 6. 6? Всё, ну, кстати, да, нам же даже крепость не надо будет искать. Все, теперь остались эндермены. О, что? Я, короче, просто шел и совершенно случайно нашел эндержемчуг. Чего, блин? Тут просто валялся эндержемчуг, я тебе без рофлов говорю. Ой, тут что-то упало, прикиньте, ребята. Не-не, а при этом тут еще... 5000-ная купюра прямо на земле. $5000, ничего себе. Я почти забрался, давай. Все, я копаю золото, наконец-то. Ой, как же его здесь много. Ты уже торгуешься, поди, да? Да-да. Ну ничего, сейчас я тебя тоже догоню. Три эндерперла. Тебе дали три эндерперла? Да. Ай, кайф. Сколько у тебя в итоге? У меня 2. 3. А, то есть у нас уже 5. Да. Надо еще 7. О, пиглин, привет. Вот ты-то мне и нужен. Держи, 64 штуки. Залазь вниз. И давай проверим, что здесь в сундуке. Что? Чувак, я нашел магнетит, прикинь. Какой-то магнетит, я не знаю, что он делает. Стоп, я вижу твой ник, посмотри наверх. Вон, я прыгаю, иди ко мне. Вижу, не, я торгуюсь. Ну ладно, я тоже торгуюсь. Ой, а кто это тут эндерперлы кинул? Здравствуйте. Итого у меня 5. У тебя сколько? 3? 3. Так, получается, надо еще 4. Все, он мне кинул, оказывается. А у меня проблема. У меня проблема, я летаю. Дурацкая левитация. Эти твари постоянно по мне стреляют. Так, кстати, а что он там? У меня тоже эндержемчик заспавнился. В смысле, кинулся. В смысле, затрейдился. Привет! Все, я забираю, итого у меня 8, а у тебя? У меня 6, все, отлично. Погнали. Теперь нам нужно найти портал. Я прямо у входа! Тебе нужно меня найти, помнишь? Я вот он, да, я вот он, ты. Вот он, ты. А, о, вот, смотри, прям здесь я нашел, смотри. Опа. Чё, и подожди. Мы заходим. Да ну, это гениально. Еда есть? Пожалуйста, скажи, что у тебя есть еда, потому что вот я последнее ем. Сделай вот это. Я буду делать? Хорошо, я буду делать. Эндержемчик тогда, да, еще? У меня нет эндержемчика. А, блин, я испугался, я думаю, что за хрень. И луки скрафтить! Быстрее! Я успел!
У тебя как дела? У меня, ну, нормально, чтобы ты понимал, рядом корабль заспавнился, но не сломал портал. О, повезло! Так, эндер-дракон, тихо-тихо. Так, ты пока аккуратнее, потому что я сейчас сделаю тебе тоже лук. Ох, ну это было круто. А ты же понимаешь, что здесь тоже структуры будут спавниться? Я что-то подумал, что в эндермире не будет. А нет, еще как будет. Ой, блин, а... Слушай, а интересно, реально ли, не убивая эндер-дракона, уйти с этого главного острова? Звучит как название для видео. Майнкрафт, но построил базу в краю, не убивая дракона. Вау, let's go. Опа, еда. Погоди, а что если структура слом... Лучше после этого отчета он умер бы. Идем в новый край. Край в краю. Вау, смотри, он все уничтожает, это красиво прям. Вау. Мы его теперь не найдем вообще, где он летает. О, я могу его бить! Как? Так, давай, 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 не улетай, не улетай. О, у меня проблема. Я жив! Я сейчас... Оу, слушай, это беда. Слушай, ну я его вроде как убиваю практически, осталось чуть-чуть прям. Но построек уже так много, что я не вижу, где он даже летает. А, вон, вижу. Так, так как я уже отъехал, мне терять нечего, я прописываю спектатор, гейммод спектатор, и отправляюсь кроме смотреть за его... Ой. Дракой. Давай, 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 все, телепортировался, вижу. Я как-нибудь попробую... Оп, вот туда. Найс. Давай! Наконец-то попал хоть раз. Тут уже реально можно просто по крепостям скакать. Он так близко! Он так близко! Стоп, 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 стоп! Давай! Давай! А, блин, он сел, все, он сел. Так, сейчас по нему стрелы не будут попадать. Ой, утомление, понял. Точно в цель, точно в цель! У меня давай, стрелы давай. Кончились! Серьезно? Стрела кончилась, без шуток. В жопу щит, короче. Ты знаешь, как можешь сделать? Вообще супер MLG прикол. Прыгнуть? Ты прыгнешь прямо на него и ударишь мяча. Не, он меня откинет сразу. Не, а ты попробуй. Слушай, ну давай попробуем. Где он? Вот он! Я, знаешь, я его убиваю и такой думаю, а стоит ли наслаждаться этим моментом? Я уже реально... Мы сделали это! Мы убили этого дурацкого дракона! Я не знаю, где выход. Я пытаюсь... Налево. О, во-во-во! Ура! 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 Я вообще в шоке с этого прохождения. Это реально мой самый долгий дракон. По структурам вы можете понять, сколько минут он убивался. Очень долго. Просто мясо. Очень сильно надеемся, что вы поставите лайк за эти старания по убийству дракона. Кто ж мог подумать, что это будет так сложно? Обязательно подписывайтесь на наши каналы, потому что дальше больше и интереснее структурирование, блинский блин. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и FlagGK. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока. Пока, ребят.